видеоотзыв о товарах из Китая, с Алиэкспресса. Пришла очередная посылка. Открываю вместе с вами. Смотрим, что здесь. Здесь у нас устройство чтения жестких дисков ноутбучных. 3 USB 3.0. Ну, оно стоило, кстати, довольно дорого. Сейчас посмотрим, сколько оно стоило. 2 USB 3.0. Думаю, что будет работать хорошо. Можно даже сейчас проверить. Возьмем жесткий диск. Подключим. Есть индикация. Красненький и синенький индикатор. Красненькие питания, синенькие о том, что идут чтения с жесткого диска. Посмотрим. Вот жесткий диск определился без проблем. У нас есть всю информацию видно, которая у нас размещена на жестком диске. Соответственно, устройство работает, что не может не радовать. По цене могу сказать следующее. Покупал я его на сайте AliExpress за 274 рубля. В принципе, не такие большие деньги для такого устройства, которое, в принципе, в хозяйстве любому человеку пригодится. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, смотрите следующее видео, увидимся.